Минувшим летом в России появился новый кроссовер марки Havail под названием Dargo. Своим суровым, брутальным обликом эта машина буквально пробуждает тягу к дальним поездкам и путешествиям. А чтобы эту страсть поддержать и по возможности усилить, компания выпустила коллекцию фирменных аксессуаров Dargo. Они как раз и адресованы людям, ведущим активный и, я бы сказал, непоседливый образ жизни. Havail Dargo, особенно в полноприводной версии, может стать отличной машиной для путешествий. Бодрый 2-литровый турбомотор развивает почти 200 лошадиных сил и обеспечивает неплохую динамику. Управляющая электроника предлагает 8 режимов движения для разных типов покрытия, включая снег, грязь, песок, траву, гравий и ухабы. На сложном рельефе поможет функция прозрачного капота, а благодаря приличной геометрической проходимости, клиренс честных 200 мм, Dargo способен забраться существенно дальше, чем многие одноклассники. Такие возможности открывают перед владельцем разные маршруты и направления. Остается только определиться с выбором и собраться в дорогу, не забыв про важные мелочи. Каждое путешествие особенное, но есть и общие моменты. Скажем, выезжать лучше пораньше, а поутру приятен горячий кофе. Но это актуально для водителя, а пассажиры могут вздремнуть, укутавшись в плед. Его тоже неплохо бы иметь в салоне. В поездке пригодится простая и удобная одежда, тот же баф, которым можно прикрыть шею в ветреную погоду. Казалось бы, мелочь, но мелочь очень важная, особенно для тех, кто легко простужается. Именно такие простые и нужные вещи стали основой фирменной коллекции аксессуаров. Те, кто жить не могут без кофе, оценят продуманные термобутылки, которые сделаны из безопасного материала, не влияющего на вкус. Есть в коллекции бутылки и для простой воды или прохладительных напитков. Любителям завтраков на траве придется, кстати, плед с непромокаемой основой и подкладкой из синтепона. В любую поездку необходимо взять какие-то вещи, поэтому в коллекции нашлось место для классической дорожной сумки, вместительной и удобной. Отдельного упоминания достоин рюкзак для городских прогулок, сделанный из непромокаемой ткани и способный выдерживать нагрузку до 15 кг. Вещь визуально лаконичная, но куда более функциональная, чем поначалу кажется. Сегодня любой крупный автомобильный бренд – это не просто производитель техники, это нечто большее. Зачастую это центр силы, который объединяет людей со схожими вкусами, схожими взглядами на жизнь и схожими интересами. И Havail Dargo в этом смысле не исключение.